Мы открылись. Мы стерлись. Мы открыли. Я просто обязана это сделать. Обалдеть, золотые серьги. Просто жесть. Вы что, с ума сошли, что ли? Он такой нежный. Всем привет, ребята, с вами снова я, Маша, добро пожаловать на мой канал, и сегодня я снимаю уже второй выпуск распаковки посылок от подписчиков. Смотрите, сколько вы мне всего прислали, всякие разные пакетики, коробочки, в общем, я вам очень сильно благодарна. Ну а прежде чем я перейду к теме этого видео, у меня для вас есть просто супер офигенная новость. 18 и 19 мая в Москве пройдет первый всероссийский фестиваль слайма. Он будет проходить в выставочном центре Сокольники, и я буду принимать участие в этом фестивале. 18 мая на сцене фестиваля я буду отвечать на ваши вопросы, после чего будет организована автограф-сессия. 19 же мая я также буду на этом фестивале, но уже буду принимать участие в награждении лучших слаймеров России. Так что обязательно все приходите, берите своих семей, берите своих друзей, в общем, всех-всех-всех зовите, приходите. Ссылку на покупку билетов на этот фестиваль я оставлю в описании. Я буду ждать каждого из вас, так что, в общем, вы знаете, что делать. Скорее поторопитесь, потому что билетов остается все меньше и меньше. Но теперь давайте начинать. Поехали! И да, ребят, в моем аккаунте Instagram сейчас проходит розыгрыш 3 золотых билетов на слайм-фестиваль. Так что обязательно переходите, участвуйте. И да, конечно же, в аккаунте самого слайм-фестиваля сейчас также проходит розыгрыш билетов. Переходите, участвуйте. Надеюсь, что победишь именно ты. Первым делом я, наверное, отодвину вот эти коробочки, чтобы расчистить, так сказать, поле действия. И начнем мы, наверное, с вот этой вот посылочки. Она у меня от Богдановой Елизаветы из города Санкт-Петербург. Посмотрите, какая здоровенная коробочка. Итак, распаковываем. Та-дамс! Итак, у меня здесь есть записочка. Привет, Маша, меня зовут Лиза, мне 11 лет, я учусь в 4 классе и живу в городе Санкт-Петербург. У меня есть свой канал по распаковке бумажных сюрпризов, а также я делаю слаймы. Очень люблю смотреть твой канал и хотела бы, чтобы ты сняла обзор и на мои слаймики. Надеюсь, что они сделаны хорошо. Приятно было познакомиться. Удачи во всем. Спасибо большое. Давай смотреть, что ты мне прислала. Здесь все такое милое, здесь все с единорожками. Смотрите, Зизика слайм. Здесь вот таких вот 5 пакетиков. Очень много такой розовой красивой штучки. И давайте смотреть, что же в этих пакетиках. Здесь маленький, миленький слаймик. Смотрите, к этому слаймику шли вот такие вот большие глазёхи. Обалдеть, у него такой насыщенный неоновый желтый цвет. Я так понимаю, он сделан на прозрачной основе. А еще он очень вкусно пахнет лимончиком. Окей, давайте смотреть следующий слайм. Кстати говоря, прежде чем мы перейдем к следующему слайму, я хочу вот так вот сделать. Мне кажется, теперь это законченный слайм. Смотрите, какой монстрик, просто прикольный, вообще офигенский. Большое спасибо. Они еще все с разными скотчами. Я хочу посмотреть вот такой вот, наверное. Здесь тоже есть глаза. Короче говоря, ты любишь делать всяких монстриков. И в этом пакетике был вот такой вот розовенький слайм. Вау, скорее всего, это баттер. Он такой нежный. Я не знаю, вам слышно там или нет, как он приятно хрустел. Он очень плотный, но это можно спасти. Поиграть с ним, боже мой, ветер, прошу прощения. Сегодня будет видео очень много ветра. Этот слайм пахнет каким-то кремчиком. Та-дам! Смотрите, какая милая розочка. И самое главное, нужно добавить глазки к этому слаймику, чтобы получился законченный образ нашего слайм-монстрика. Бра, я тебя съем, если ты не подпишешься на мой канал. Спасибо большое за слаймики. Остальные 3 посылочки я распакую на своем слайм-канале. Так что обязательно переходите, смотрите, если кому интересно. Ну, а тебе еще раз большое спасибо. Очень милая посылочка. И мы теперь переходим к следующему пакетику. Наверное, это будет вот такое вот. О, здесь уже очень много всего. Я это вижу. Ой, что-то рассыпалось. Офигеть! Это же поп-сокет, боже мой, как я люблю поп-сокет, только такого у меня еще ни разу не было.
Обалдеть, здесь Hello Kitty, спасибо, я обязательно сейчас прикреплю к своему прозрачному чехлу, потому что в последнее время мне очень нравятся прозрачные чехлы, мне все эти вот, короче, цветные надоели, и я беру какой-нибудь классный попсокет, клею его на прозрачный чехол, и получается очень классно. Смотрите, какой миленький, у меня просто тут ветер, мне вообще страшно. Спасибо тебе большое, смотрим дальше, что тут еще у нас есть. Когда тебе 24 года, и тебе присылают милых куколок. Наверное, это я. Но это не точно. Ой, здесь вообще просто полный трэш. Здесь есть и всякие разные колечки американские, и бусинки, и даже, наверное, какой-то браслетик. Реально, это браслет. У меня теперь будут хендмейд украшения. Я чика-чика-чика-чика, модная клубничка. Есть вот такое вот большое яйцо, которое немножечко перетекло, я так понимаю, там слайм. И здесь вот такой вот набор. Сейчас будем смотреть. А что здесь? Сережки? Серьезно? Обалдеть, золотые серьги. Просто жесть. Вы еще с ума сошли, что ли? Кстати, я забыла сказать, от кого эта посылка. Это от Юли из города Нижегородская область, город Бор. Вот, спасибо большое. И теперь самое интересное. Давайте посмотрим, что же здесь находится. Момент истины настал. Я открыла эту коробочку. И, боже мой, здесь, походу, сладкие штучки. Так. Очень много каких-то лепестков, которые все просто разлетелись. Я не представляю, что бы было, если бы я это дома все сейчас высыпала. Мне кажется, я как знала, просто и снимаю это на улице. Спиннер! Просто у меня сразу же оператор его забирает, потому что по спиннерам у нас угорает Денис, как вы понимаете. Так, мне вот интересно, что у нас здесь находится. Слайм. Там много всяких штук. Ой. Там что, бумажки, что ли? Джейс, там волос. Саньки, были мальчик, как говорится. Я хочу посмотреть, что находится в этом шарике. А, там пенопластовые шарики. Их очень-очень-очень-очень много. В общем, эту посылку мне прислала Юля, ей 9 лет. И она хочет, чтобы я передала ей привет. Так что большой тебе привет и привет от Дениса. В общем, спасибо большое за посылочку, и мы переходим к следующей. Следующая посылка у нас от Маргариты из города Белгород. И выглядит она вот таким вот образом. Знаете, я себя чувствую каким-то Якубовичем на распаковках, потому что я давно, правда, передачу посмотрела, но там он все время там, типа, говорил. И следующая у нас Юлия из города Пенза. И она будет участвовать в розыгрыше... Автомобиль! И вот здесь была такая посылочка, такая красивая коробочка, вся она вот так вот запакована, я сейчас распакую, постараюсь максимально аккуратно и ничего не порезать. Кстати, она именная, прям написано Маша Зум. Та-дам! Офигеть, как много слайма. Один слайм, два слайм, три слайм и четыре слайм, и это просто пенопластовые шарики. И у меня здесь есть записочка. Сейчас посмотрим, ее читать на камеру или не на камеру. Потому что многие пишут, читай на камеру. Кто-то пишет, говорит, не читай на камеру. Привет, Маша, меня зовут Анфиса. Я 2006 года. Живу в городе в Белгород. Я уже достаточно давно твоя подписчица. Мне очень-при-очень нравятся твои видео. Кстати, передавай привет Денису. Денис, тебе привет. И тебе тоже, Денис, привет. Не знаю, надеюсь, тебе видно было, как он помахал. Я сделала для тебя 4 слайма. Надеюсь, они тебе понравятся. Если нет, прости, я старалась. Мой аккаунт в Инстаграме Фиса, нижнее подчеркивание, слайм 3 семерки. Если вдруг ты захочешь посмотреть мои слаймы. А еще я забыла сказать, что если положила тебе активатор, на всякий случай, люблю, целую, обнимаю. А еще я забыла сказать, что если что, я еще положила активатор. Реально, я его не заметила. Прикинь, если бы ты не написала, я бы его реально не заметила. Вот такой вот активатор был. Надеюсь, что не понадобится. Надеюсь, что слаймы сохранились. Давайте смотреть. Походу, понадобится активатор, потому что слаймик немножечко разгустился. Вот так пахнет. Офигенно вкусно. Я уже чувствую прям аромат. Смотрите, какой офигенный слайм. Я его практически полностью вымешала. Он очень вкусно пахнет, я правда не могу понять, что это за ароматизатор, но он реально очень вкусный, приятный, похож на какую-то то ли печеньку, то ли печеньку, в общем, на какой-то десерт.
Он так хрустит прикольно. Давайте послушаем, как он кликает, если, конечно, получится здесь покликать. Просто офигенно. Спасибо тебе большое за такой слайм, он очень клевый. И, наверное, я еще посмотрю розовенький слайм. Знаете, Маша будет не Маша, если не посмотрит розовенький слайм. Все слаймы, которые я не посмотрела, я сниму в отдельное видео слаймы от подписчиков на свой слайм-канал. Так что не расстраивайтесь, если я не смотрю все слаймы. Просто если буду смотреть все, этот видос будет, ну, минимум на 1.5 часа. Здесь я тоже вижу то, что уже нужен активейчер, так что добавляем. И этот слаймик с пенопластовыми шариками. Он точно так же вкусно пахнет, как и предыдущий. У него такая нежная текстура, просто бархатистая. Я пока его вымешивала, уже это почувствовала. Он такой теплый, как так? Неужели через слайм передалось тепло твоих рук? Он реально прям теплый. Я еще добавляю активейчера. Прям реально офигенно. И да, не повторяйте моих ошибок. Не играйте со слаймом на деревянном столе, потому что это не очень удобно. Слайм реально крутой. Спасибо тебе еще раз большое. Прям офигенские слаймы. Мне нравятся. И мы переходим к следующей посылочке. Следующая посылочка у нас от Полины из города Волгоград. О, снова мой пакетик Литуаль. У меня уже была посылка с пакетиком Литуаль. И офигеть, здесь еще куча всяких пакетиков. Итак, первый пакетик. Здесь вкусняхи, я так понимаю. Активатор, по всей видимости. Да, тут прям написано активатор, конфетка. Еще копай, еще конфетка и записка. О, еще я вижу какую-то мяшку. Пожалуйста, смотрите, какая милая овечка. У меня улетел пакет. Ну да ладно, овечка все равно очень милая. Она прям супер-пупер-пупер-пупер-пупер. Мега-мега-мега милая. Самое главное, посылка. Ой, посылка. Письмо. Люблю читать ваши письма. Полина, нижнее подчеркивание, слайм. Нижнее подчеркивание 62. Привет, Маша, меня зовут Полина, я тебя обожаю и передаю слаймы, вот, и продаю слаймы. Сорян, я просто плохо читаю. Я тебя обожаю и продаю слаймы. Вот мой аккаунт, я уже его произнесла. Первый слайм называется «Звездная ночь» на 250 мл. Второй слайм «Клубничка» на 250 мл. Третий слайм «Сладкая вата» на 250 мл. Это оригинал. Есть еще кранч слайм на 250 мл. В общем, сейчас все разберемся. Вот, потому что так неинтересно на самом деле, когда читаешь. Надо смотреть вживую. Ого, увесистая, я вам скажу, посылочка. О, офигеть, как много слаймов, я в шоке просто. И знаете что, у меня тут печалька одна небольшая. У меня слайм протик. Я уже чувствую, какой офигенский был слайм, потому что я чувствую, как он классно пахнет. Но он все-таки немножко не доехал. Он прям оригинал, он прям классный. Давайте его быстрее спасем. Вау, офигеть. Вот, просто понимаете, в чем проблема? Хорошо, что у меня здесь есть контейнеры. Офигенный слайм. Это оригинал, как я уже и сказала. С ним все четко, все классно. Он, единственное, что он, конечно, растекся, но это не минус, это просто почта подвела немножко. Та-дамс! Он пахнет клубникой. Это, наверное, тот самый слайм клубника. И у меня слайм от приколы. Короче говоря, это реально самая экстренная съемка из всех. Я просто обязана это сделать. Блин, за меня это делает ветер! Природа помогает мне надуть пузырь. Вот до чего я довела просто. Я, видимо, взбесила всех уже своими пузырями. И уже даже ветер психует. Я могу долго играть с этим слаймом, как вы понимаете. Он мне очень сильно понравился. Огромнейшее спасибо. Очень классный, крутой, качественный слайм. Короче, срочно меняй контейнеры. Слаймы текут. Потому что, как ты понимаешь, это очень, ну, неприятная ситуация. Слаймы классные, они вытекают, из-за этого теряются. Следующий слайм это вот такой вот. Это, скорее всего, кранч слайм. Знаете, чем пахнет жвачкой такой, которые продавались? Ну, вернее, сейчас продаются по несколько рублей. Я не знаю, в киосках такие... единичные, которые очень быстро у них выветривается вкус. В общем, пахнет вот этой вот жвачкой. Экстренная съемка. Смотрите, как классно смотрится. Лова-лова, как говорится, убираем срочно слайм, потому что я реально боюсь, то, что через пару минут в моих волосах окажутся слаймы. Это будет неприкольно. Спасибо тебе еще раз огромное. Мы переходим к следующей посылочке. Следующая посылочка у нас от Волошиной Ольги из города Екатеринбург. Скрываем!
слаймики, конфетки. Вот такая вот экстра, я так понимаю, это слайм-магазин. Смотрите внимательно, я не буду его читать, потому что по-любому прочитаю неправильно. Вау! Офигеть! Офигеть! Это панда Толик, он очень устал, потому что везде лежал на правом бочке. Значок для любителей поспать подольше. Блин, как ты знала, то, что я реально люблю поспать подольше. У тебя тоже сегодня было много важный день, можешь поспать подольше, мягкой подушкой, теплой одеялкой, жду тебя. Я его сейчас хочу одеть. Ладно, ветер все снесет, поэтому значочек я одену чуть попозже. И здесь у меня офигенно много слаймов. Серьезно, их либо 8, либо 10. Сейчас надо распаковать и посмотреть. А, они большие, я думала почему-то, что они маленькие. Прям была уверена, что вот такие вот крохотулистые будут. Ура, я все распаковала, ну вернее эти два слайма я распаковала. И здесь еще два слайма. Я хочу посмотреть вот на этот вот слайм с полёсками, такими вот серебряненькими. Он белый, и, скорее всего, у него какая-то необычная текстура, потому что смотрите, какие здесь поры. Надеюсь, будет видно это на камере. Ого! Это Клауд, наверное. Реально! Обожаю! Офигеть! Вы посмотрите! Просто как он резлит, хотя я с ним еще даже не поиграла особо-то. Он пахнет ежевикой, клубникой, какой-то ягодой реально пахнет. Непонятно какой, я плохо разбираюсь в ароматах, но определенно это какая-то ягодка. Так красиво, вы только посмотрите. Мне кажется, если с этим, ну вернее не кажется, я в этом уверена, после долгой игры с этим слаймом он вообще будет офигенно дрезлить, потому что сноу слаймы, они такие. Ими надо долго поиграть, чтобы они прям раздрезлились офигенски. Здесь даже мои комментарии излишни, потому что и так все видно. И давайте посмотрим вот этот вот еще слаймик. По-бырому, прям по-бырому. Блин, он жидкий. Это, скорее всего, оригинал. Так все качественно запаковано, прям вообще я в шоке. Очень мило. О, здесь еще есть вот такой вот маленький шармик рыбки. Короче говоря, здесь ароматизатор либо персика, либо абрикоса. Он очень глянцевый. Очень клевый слайм. Спасибо тебе большое. Распаковку остальных слаймов вы знаете, где искать. И я все залипла. Thank you. И мы переходим к следующим слаймикам. Ну, следующая посылочка будет от Суворовой Тамары из города Санкт-Петербург. Она такая, не сказать, чтобы увесистая, но там что-то так вот прям вот интересненько потрясывается. Так что давайте скорее ее распакуем. Мне кажется, я скоро буду мастером по распаковыванию посылать. Ну что, на счет 3, 1, 2, 3. Вау, здесь слаймы. Боже, они не протекли. Спасибо большое просто доставке, потому что они не совсем все обклеены. И вот реально просто повезло, то, что они не протекли. Так, тут 3 слаймика, 3 чупика и супер походу браслетик. У меня ни разу, кстати, не было такого браслета, вы представляете? Ни разу. Теперь я реально модная чика со слаймом на резинке. Итак, слайм. Это слайм пупырчатый. Короче, давайте смотреть. Нифига, он реально пупырчатый. Ой. Это супер-пупер мега кранч слайм. Он такой нежный. Реально, я первый раз такой слайм в руках держу. Обалденно. Та-дамс! В общем, здесь еще был слайм на прозрачной основе и еще один слайм, который называется клубника. А, вот такие вот дела. И записка. Привет, Маша, меня зовут Вика, я тебя очень люблю, я подписана на тебя в Инстаграме и на Ютубе, и на 2 канала. Если тебе не сложно, сними обзор на мой слайм и можешь мне просто лайкнуть фотки в Инстаграм. Хитрая, хитрая, очень хитрая. В комплекте 5 слаймов. Вот это поворот! У меня вопросы к почте, почему? Мне пришли только 3 слайма, когда тут написано было 5 слаймов. На самом деле слаймы большие, может быть, подразумевалось, типа, что... Как... Ну, я не знаю, как-то так, видимо, получилось. Передай, пожалуйста, привет, спасибо за внимание. Привет тебе большое, спасибо большое за посылочку. Ну, а мы переходим к следующей посылочке. И это последняя посылочка на сегодня. Она от Цветковой КА, Россия, Санкт-Петербург.
Открываем. Ну, блин, я не умею аккуратно. Простите, пожалуйста. Я реально не умею аккуратно. Это, кстати говоря, самая большая посылка из всех, которые мне приходили. Теперь я понимаю, почему она самая большая. Здесь огромные слаймы. Они просто здоровые. Вы посмотрите просто на объем слаймов. Я реально в шоке. Они огроменные. Есть. Смотрите, какой классный рисунок, офигеть. Автор картинки Варя. Варя, спасибо тебе большое, это очень мило. Мы здесь с Баксиком, вообще класс. Спасибо тебе большое, я обязательно повешу где-нибудь у меня дома. Это очень мило, это вообще, это офигенно просто, спасибо. Прям реально офигенски. Я, короче, в шоке, у меня нет слов, поэтому я немножечко заикаюсь больше, чем обычно. Есть посылочка, ну, вернее, письмецо. Хей, 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 мы твои подписчики, мы делали эти слаймы для тебя. Ну, тут написано for you. Мы открылись, мы стерлись, мы открыли, мы старались. Это посылка от Кристины и Алисы, а также от Вари, которая нарисовала мне этот рисунок. Также она приехала тебе аж из самого Санкт-Петербурга. Кстати говоря, я там никогда не была, так что, блин, это очень классно. Конфетки, ой, посылки, конфеты и 4 слайма. Флаффи морской бриз, кранчи хлопья с молоком, глоуси черешня, баттер полубаттер, конфетка. Special for you, Дениска, пиписка, презенту. Это для Дениски пиписки, офигеть просто. Это первый слайм, который прислали специально для Дениски. Аплодисменты в студии, я сразу же передаю Дениске, и он распакует его в своем инстаграме. Но это не точно. Активатор, мини-открытка, рисунок. Да, Варя нарисовала, я поняла. Надеемся, что ты все-таки прочитаешь это, и посылка дойдет до тебя. Все отлично, все дошло, вопросики как Бакси, в каких-то носочках. Ой, ребята, я вот в таких вот носочках, но они очень грязные, вот такие вот. Они чистые. Ой, да они грязные. Вчера грязнее было. Вчера было еще все хуже. Не собираешься опробовать свою точку, тачку? Все поняла. Не собираюсь ли я опробовать свою тачку на воде? Кто не понял, это про тачку Барби. Кто не видел видосы, где я в ней провожу 24 часа, а также ее собираю. Блин, ребят, посмотрите, там реально было весело и прикольно. Особенно там, где ее распаковывают, там вообще полный трэш. Ну и 24 часа тоже круто. Не знаю, может быть, на воде я как-нибудь ее опробую, но мне кажется, что она меня не выдержит, и я пойду ко дну. Поэтому это опасно. Английский мы учим у тебя. Класс. Просто супер. Скоро будет школа английский с Машей Зум. И да, здесь есть вот такие вот конфетки. Это мои любимые. Я в каком-то видео говорила то, что если вы не пробовали конфетки пчелка, значит, вы зря живете, типа такого. Это целая пачка моих любимых конфеток пчелка. Они реально самые вкусные. Это не реклама, как вы понимаете. Реально попробуйте, кто любит мармеладки, они вам стопудово понравятся. А еще здесь есть активатор. Вот, самое главное. Теперь давайте смотреть на слаймы. Я хочу посмотреть фиолетовый слайм. Я до сих пор в шоке от объема, но серьезно, как бы. Это очень большие слаймы. Он типа горный. У меня просто столько пузырьков, я к нему приблизилась с микрофоном, чтобы вам было слышно. Он, к сожалению, немножечко задубенел, но его можно очень быстро спасти, добавив в него глицерина, и он будет как свежий. Так что это не страшно. Я делаю розочку. И у меня улетает! Давайте похрустим розочкой. И теперь я хочу посмотреть вот этот вот слайм, который типа завтрак там какой-то, в общем, хлопья с молоком, вот точно, это, наверное, он. Открываем. Это как я люблю, вы знаете то, что я люблю. Я люблю белые слаймы с этими цветными шариками. О, офигенски пахнет, просто офигенски. Ну, посмотрите на эту красоту, ну, серьезно. Ой, ветер, 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 надувай, надувай, надувай пузырь. Вы видали это? Вообще капец. И, девчонки, еще раз вам спасибо огромное. Всем большое спасибо, кто прислал посылочки. Мне все понравилось, все было очень милым, клевым. Слаймы, которые я не распаковала, не забудьте посмотреть на моем слайм-канале. Хотя я 500 раз сказала, но в любом случае приходите, смотрите.
видео, там будет отдельный видос на слайм от подписчиков. Но на этом это видео подошло к концу. Спасибо, что посмотрели его до конца. Не забудьте поставить лайк и написать в комментариях «Я смог». Если вы посмотрели это видео до конца, посмотрим, сколько вас. Но я вас очень сильно всех люблю. Увидимся с вами совсем скоро. До скорой встречи. Всем пока!